Вот, показываю. Туника или что это, ну вот, по колено. По колено. Мягкая такая. Тут еще ажурные рукавчики. Вот на свитер одела. Я думала, обтягивает. Ну, вроде ничего, там с девчонками постояли. Я вокруг посмотрела. Не сильно. Ну и балахон, если бы был, тоже по плечам нормально. Вот такой вот. Такое вот качество хорошее. Знаете, как вот раньше были. Ну, так поближе. Чуть-чуть всегда. Вот 56-е все равно немножко вот тут растягивается. Ну, это я еще вот у нас ветерок такой толстенький, мягенький. Вот. Но если не на свитерок, то можно вот еще такой шарфик. Как они одевают его. Хомут этот. Вот такой еще хомутик сюда же. Вот ветер будет задувать, пожалуйста. Можно нос спрятать. Теплый-теплый. Я сидела прямо вообще. У меня был подобный, только без пуговицы так запахивался. Карманы, жаль, маленькие, там были большие у меня карманы. Ну, уже столько лет, уже все выбросила. Давно такие вот. И рукав хорошо, что чуть-чуть не такой совсем прям, чтобы рукав вот. Все-таки на свитер одела, там еще футболочка у меня. Тут брюки, под брюками колготки. Все равно нормально. Жалко, карманы совсем маленькие, телефон уже выпадет. Вот когда курточку одеваешь, вот Майи, она потеешь в ней, расстегиваешься. А такой кофточки, чтобы на застежке, все свитера у меня. Вот. Кофточки такой вот и длинненько, чтобы поясницу. Ну, вот сейчас как кардиганы носят. Вместо демисезонного пальто, только это межсезонье такое. И не пальто, чтобы и не раздетой, тепленькое, прям хорошее, удачное. Я это по необходимости, это не наряд. А это вот по сезону. Наряжаться мне некуда. А вот пойти на улицу погулять, в магазин сходить, не париться в куртке. Вот как-то так. Хомуты я никогда не носила, я не люблю, мне мешается, да я ничего не вижу. Но он не очень длинный, хорошо. Коротенький такой хомутик. Ну, как хочешь, так его и сделаешь при желании. Вообще он произвольно раз-раз одевается. Ну вот по плечам все нормально. Вот здесь вот так вот ажурненько. И конечек ажурненький. Далеко, может, не видно. Вот такая сегодня курточка. Все. Бабушка себя одела. Обещала, показала. Я сегодня борщик варила. Борщик такой вкусный получился. Ну, на этом, наверное, закруглюсь. Ну, тут немножко просматриваются у меня отложения. Трикотаж никак нельзя. У кого вот эти вот отложения? Ну, ладно, боже, мне что замуж выходить? Ну, ладно. А ну и в свитерках также. Ветерок оденешь, то же самое проглядывает. Вот, ветерок также. Куда деваться? Уже возраст. Ну, тепленько, прямо я вот сейчас стою, жарко. Вот где-то так вот в мае прохладные дни, там где-то дождь накрапывает. Длинная, вот длинная прямо. При шаге хорошо. Пуговицу вот где, и, пожалуйста, шаг. Наше производство Биробиджан. Но вот одна была, и я ее взяла себе. Девчата, померите, померите. Вокруг меня бегают. Там такая одна продавщица всегда меня поддерживает. Но я сегодня бегу, по лестнице поднимаюсь на предприятие.
И такая в годах женщина выходит, говорит, идите, там никого нет. Ой, вы прямо весна, вы весна. У меня шапка оранжевая, платок оранжевый, шарфик. Вы прям как весна, весна. Настроение поднимается на вас глядя. Я говорю, ой, конечно. Хорошо, когда, конечно, что-то такое веселенькое, яркое. Ну и что, что старый, что ж нам теперь все в черном ходить? Я черное терпеть не могу. Я сама темноватая, мне надо все посветлее. Вот мне понравилось, что расцветка хорошая. Вот сколько я вам натарахтела. Вот как-то так. Как-то так. Как-то так. На одной ножке крутиться. Как-то так. Все. Я пошла пообедала, если хочу. Но если попробовать эту колбаску, я не знаю. Упалю сейчас немножко это. Ну, съем, не съем, значит, посмотрим. Ну, многие хвалят наш бридер. Я вот ездила в Бурей. У меня подруга говорит, ой, какая у вас колбаса вкусная ваша, биробиджанская. Я говорю, всегда беру. Я говорю, Таня, да мы в основном это не бьем. Ну, как обычно, всегда где-то вкуснее. Думали, что если у нас, то фу-фу-фу. Ой, я давно не ела. Колбаса, да колбаса. Читаю. И.П. Мамедов. Мясной продукт категории Б. ГОСТ. Такой-то, такой-то. Состав. Говядина, свинина, шпик, соль. Смесь какая-то, с молочной, нет, чеснок, свежий перец, сахар, черный перец. Вот такая вот. Ну, обычная, господи, что тут сверхъестественного? Ну, я рада, конечно. 2 250.